Есть, я не знаю, вы, наверное, в Краснодаре, кто был, кто не был, кто видел, кто не видел. Но есть такие небольшие отрывки, просто показать, где есть и индивидуальное исполнение, где есть и передачи, и комбинации, которые, понятно, что мы отрабатывали это все на тренировке, но я всегда еще считаю, даю возможность еще игроку додумывать самому. Додумывать на тренировке в игре, чтобы он проявлял какую-то неординарность. Для того, чтобы был элемент непредсказуемости для соперника. Вот, и вот это тоже мы должны уже также предвидеть. И в какой-то степени, ну, как я это делал, я на словах это делал раз. Да, определенные схемы делал, как мы должны развивать атаки, одно касание, розыгрыши, там все это было. Но потом я еще давал, а теперь сами сделайте. Я хочу посмотреть, как вы будете сами это все делать. И начинается, им нравится. Понятно, что все зависит от индивидуального мастерства, но тем не менее, где игра, вот здесь, в одно касание и исполнение. Не просто удар ради удара, а он зрячий бил, правильно? Он же видел, куда он бьет. А здесь розыгрыш, смотрите, четверых игроков в одно касание обыграли. То есть ради вот таких моментов игры уже хочется, ну, можно сказать, жить.